Стартовал прием заявок на участие в новом этапе конкурса «Дом для друга». Теперь это кошачий этап. Общественная организация «Право на жизнь» предлагает табалякам изготовить игровые площадки и обустроить уютные уголки для подопечных центра передержки. Всего волонтеры содержат более 60 кошек, которые были брошены бывшими хозяевами. Домики, когтеточки и игрушки быстро приходят в негодность. Для того, чтобы принять участие, необходимо подать заявку в группе «Собачий квартал» в соцсети ВКонтакте до 25 ноября и представить на конкурс небольшой комплекс, который может включать различные предметы для обустройства кошачьего быта. Набор может быть у всех разный, главное, чтобы в целом это был уютный уголок, оригинально оформленный в едином стиле. Это может быть когтеточка с различными домиками, мостиками. Ну, что туда будет входить? Может быть, там лежанка будет, может быть, переноска. То есть комплект именно необходимых для кошки. Может быть, там попона быть, может быть, там различные какие-то игрушки, созданные не только родителями, но еще и детьми. По всем вопросам можно обратиться к организаторам проекта в сообщениях сообщества «Собачий квартал». Принять участие в конкурсе могут коллективы организаций, учреждений, школьники, студенты и семьи. Работу необходимо представить до 20 декабря. Все кошачьи комплексы будут переданы волонтерам на домашние передержки.